Здравствуйте, меня зовут Константин. В этом видео мы рассмотрим рекомендации по монтажу одностворчатой раздвижной двери либо перегородки вдоль стены без обрамления проема. В первую очередь нам необходимо проверить габариты проема. Ширина проема должна быть на 50 мм меньше ширины дверного полотна. Высота проема должна быть на 5 мм меньше высоты дверного полотна. Обратите внимание, что проем должен быть усилен в соответствии с рекомендациями, размещенными на официальном сайте компании «Волховец». Система предназначена только для ровных отремонтированных стен с максимальным отклонением от вертикали 1 мм на метр. В зоне открывания не должно быть неровности напольного покрытия. Для монтажа нам потребуются следующие расходные материалы и инструмент. Клинья или монтажные подушки, распорки, саморезы, пластиковые дюбели, баллон монтажной пены, баллон герметика бесцветного, баллон жидких гвоздей, малярный скотч, строительный уровень, дрель-шуруповер с насадками и сверлами, перьевое сверло 16 мм, насадка зенкер, торцевая пила с верхним столом, стамеска, киянка, рулетка, нож строительный, пульверизатор, струбцины, шестигранный ключ 4 мм, гаечный ключ на 13. Подготовьте место для проведения работ. Накройте мебель для исключения попадания пыли. При сборке элементов конструкции на полу постелите мягкий материал без жестких абразивных клещей, препятствующий образованию вмятин и царапин. В стандартный комплект фурнитуры входят крепежные уголки, трек алюминиевый, скобы, флажок, ролики четырехколесные, стопоры регулируемые, болты с фиксирующими гайками, саморезы 4х35, комплект метизов для установки трека на уголки. В качестве дополнительной опции может использоваться комплект упорной стойки. В него входят монтажная рейка 10х16, монтажная рейка 10х74, брусок 28х50, упорная стойка. В первую очередь нам необходимо определить уровень установки крепежных элементов трека. Он находится на расстоянии высоты полотна плюс 55 мм от уровня чистового напольного покрытия. Если вы осуществляете монтаж без упорной стойки, край трека со стороны закрытого положения двери должен находиться на расстоянии 25 мм от края дверного проема. В данном видео мы рассмотрим монтаж с использованием упорной стойки. В таком случае край трека упирается в упорную стойку. Упорную стойку и монтажную рейку необходимо опилить в следующий размер. Высота полотна плюс 72 мм. В нашем случае высота полотна 2000 мм. Упорная стойка и рейка должны быть опилены в размер 2072 мм. Для исключения образования осколов заклейте место спила малярным скотчем. Отметьте место опиливания трека. При монтаже без упорной стойки длина трека равна ширине полотна, умноженной на 2. При монтаже с упорной стойкой длина трека равна ширине полотна, умноженной на 2, минус 40 мм. В нашем случае ширина полотна 800 мм. Трек должен быть опилен в размер 1560 мм. Для монтажа упорной стойки необходимо установить монтажную рейку на расстоянии 40 мм от края проема со стороны закрытого положения двери. При помощи жидких гвоздей установите упорную стойку на монтажную рейку. Далее необходимо отметить места установки крепежных элементов трека. При монтаже системы без упорной стойки позиционируем трек по ранее нанесенной отметке. В нашем случае трек прилегает к упорной стойке. Производим засверливание подкрепления уголков к поверхности стены.
Установите дюбели в отверстие. Установите два крайних уголка. При помощи трека и уровня проверьте горизонтальность монтажа. Установите под трек остальные уголки. Установите трек на уголки при помощи метизов из комплекта. В комплект обрамления раздвижной системы входят наличник лицевой, короб обрамления раздвижной системы, уплотнитель щеточный, комплект саморезов 3х10, комплект ёршиков. При использовании упорной стойки горизонтальный лицевой наличник следует опилить следующий размер. Ширина полотна, умноженная на 2, минус 40 мм. В нашем случае ширина полотна 800 мм. Горизонтальный лицевой наличник следует опилить в размер 1560 мм. Для исключения образования сколов, перед обработкой заклейте место спила малярным скотчем. Разметьте положение саморезов с обратной стороны наличника, как показано на видео. Сделайте углубление при помощи насадки зенкера на глубину 5-6 мм. Нанесите монтажную пену на стену. При помощи распорок и монтажных подушек зафиксируйте лицевой горизонтальный наличник. При необходимости демонтажа наличника используйте строительный либо канцелярский нож. Аккуратно распакуйте полотно. Строительный нож используйте для удаления скотча с торцов упаковки из картона. Установите скобы таким образом, чтобы саморезы не попадали в технологические отверстия и на профилированные части стоевых брусков полотна из плиты МДФ и не находились в непосредственной близости к ним. При использовании системы мягкого закрывания места установки скоб уточняйте в инструкции к системе. Отрегулируйте положение трека относительно лицевого наличника на расстоянии 10-12 мм. Закрепите трек. Обратите внимание на установку болта в ролик. Установите болт в ролик, как показано на видео. Установите стопоры и ролики в последовательности, как показано на видео. При использовании системы мягкого закрывания действуйте согласно инструкции к системе. Установите полотно на ролики. Рекомендуемый зазор между полотном и напольным покрытием 8 мм. Установите полотно в открытом положении. Отметьте расстояние 52 мм от внутренней стенки дверного проема. Подведите полотно к отметке. Оно должно выровняться вертикально под собственным весом. Установите флажок под паз полотна. Закрепите флажок на напольном покрытии. При помощи стопоров отрегулируйте крайние положения полотна. Разметьте положение метизов на коробе обрамления раздвижной системы, как показано на видео.
Замерьте расстояние от стены до середины крепления трека. На коробе обрамления раздвижной системы по ранее нанесенным отметкам положения метизов отметьте расстояние от стены до середины крепления трека. Произведите засверливание с использованием перьевого сверла 16 мм. Далее установите обрамление раздвижной системы. Установите ручки. Поздравляем! Установка завершена. Желаем приятной эксплуатации!